Астрономы получили самые детальные на сегодня снимки загадочных гигантских колец, которые позволили значительно продвинуться в понимании их природы. Для этого использовался массив радиотелескопов Meerkat. В 2019 году мы обнаружили несколько радиокругов, которые не похожи ни на что, наблюдаемое ранее. Однако теперь, с дополнительными данными, стало ясно, по крайней мере, один из этих кругов окутывает свою галактику-хозяйку и является отголоском мощнейшего взрыва, вытолкнувшего из нее горячий газ на миллион световых лет, рассказали авторы исследования. Кроме слабого свечения центральной галактики, неуловимой ранее, было выявлено магнитное поле на краю сферы, образованное радиокольцами. Это говорит о том, что взрыв спровоцировал столкновение выброшенного им горячего газа с разреженным в межгалактической среде. Ученые поделились, что обнаружение внутри колец нескольких изогнутых радионитей, природа которых пока не ясна, стало для них большим сюрпризом. Главный вопрос, безусловно, заключается в причине взрыва. Мы рассматриваем два наиболее вероятных сценария. Первый – это слияние двух сверхмассивных черных дыр. Такое событие высвобождает огромное количество энергии, достаточно для создания радиоколец. Второй – вспышка звездообразования в галактике-хозяйке, которая выбрасывает за ее пределы горячий газ, формируя сферическую ударную волну, пояснили они. На данный момент обнаружено только 5 таких объектов, так как слияние сверхмассивных черных дыр и вспышки звездообразования случается очень редко. Загадка еще не решена, и ученым предстоит многое узнать об этих таинственных кольцах на небе.